Нами, да? Ты соскучилась за нами. Ну. Аж стонет все. Легла, да. Лапы в разные стороны. Скажи, хозяин. Да? Хорошая. Да. Это ж надо бежала через всю саванну, чтобы успеть. Да. Ай, ты дурочка. Ай, ты такая дурочка. Скажи, дурочка, не дурочка, а свою порцию ласки два раза получила. И там, и тут. Молодец. Я пошел искать Олежку. Я его никак не найду. Геда, ты пойдешь с нами? Поехали, вечереет. Смеркается. Спасай меня. Спасай меня, я тону. Скорее, на. Давай, давай лапу. Спасай, спасай. Спасай, вот так. Спасай, вытаскивай. Вытаскивай, скажи. Меня спасает, она спасает, она думает, мне плохо. Ты думаешь, мне плохо, да? Ты думаешь, мне плохо. Ай, ты такая дурочка. Скажи, выходи, выходи. Со мной хорошо, все, я ж человек. Я могу купаться, Герда. Ты подскользнешься сейчас, дурочка. И нырнешь туда. Давай, нет. Ты подскользнешься сюда. Даже воды не боится, лишь бы спасти вас. Давай, давай, давай. Ай, ты хороший. Ай, ты хороший. Скорей, деда, скорей, скорей. Спасай. Спасай меня, спасай. Спасай, давай. Ай, 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 давай. Давай, скорее. Греби, греби, греби. Ой, ой, ты почти зашла. Ай, спасай, спасай, скорее, спасай. На что не пойдешь ради того, чтобы спасти хозяина? Иди сюда, иди сюда, иди, иди, чуть-чуть еще, Герда, Герда. Давай. Она реально хочет меня вытащить? Да, да, да. Она думает, я попал в беду, потому что я... Я же человек! Я же человек, Герда! Ты не бойся! Вот это хорошо! Вот это хорошо! Подгребает, иди, подгребает что? Лапой к себе! Мы крокодилов съели еще в 14-м году, которые здесь гады жили. Герда, смотри, ты первая лица, которая вошла в воду! Это здорово, Герда! Смотри, народ, ты он тебя в YouTube выложит сейчас уже, он... Давай, иди сюда, ты, иди. Оушки, иди сюда, иди сюда. Скажи, выпью иди всю сюда. Воду, чтобы хозяин не утонул. Иди сюда, иди сюда, скорее, давай, давай. Ой, моя хорошая, иди. Ой, такая, ой, 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 ой. Скорей, пошла, ой. Пошла, пошла, пошла. Скорей, 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 скорей. Геда, такого не бывает. Иди сюда, бывает. Она делает шаг за шагом. Молодец такая. Ай, моя девочка такая. Ай, хорошая девочка. Ай, такая красивая. Давай, бегом, бегом, бегом. Бегом. Да, да, да. Здесь зайду поглубже. Ай, давай лапочки. Ай, да. Ну, давай, скри. Давай. Ну, такого еще не было. Нет. Иди сюда, скри. Герда, скри. Я тону, Герда, я тону, скри. Герда, спасай! Герда! О, я не читал. Волнуется, реально волнуется. Да, думает, да. Директор утонет, кормить некому будет. Поймал. Возвращение Герды в кадр. Нет, подожди, не так, не так, не так. Чуть-чуть. Чуть-чуть надо вот сюда. Вот так. Ой, ой, вот. Что-то ей не понравилось. Что-то ерунду дали. Ой, куда мы пошли? Не можно. Не можно. Не можно.
не можно. Ты поцарапай с ней весь лица, я как сниматься буду. Нет, иди сюда. Иди сюда, хорошая девочка. Хорошая, пойдем. Тетю сфотографируем с тобой. Пойдем, скорее. Тетя. Иди сюда, маленький. Конечно. Еще не было. Ну вот отсюда давайте как-нибудь вот так вот хорошо будет по свету, по. А вы чуть-чуть сюда, ребятки, а сюда заходите к нам, ага. Вот так, да. Платье постираете, а вот эмоции, впечатления. Да, вот там, почухайте, и вот там вот так, там, да. Герда хорошая. Красивая Гердочка. Давайте в камеру смотрите. Герда, глазки-то открой. Герда! Ну нет, не ложись. На тапок смотрим, волшебный, давай. Где тапок? Да, вот так смотрим. Обои, давайте. О! Ай, ну о, с очками ну, Гед еще не было. Сейчас. Все, хорошо, работаем. Секунду. Фото с животными всегда очень сложные, иногда смертельно опасные. Готовы? Угу. Ой, она прям... Непонятно, кто удовольствие больше получает. Ну да. То ли девочка. Смотрим сюда. Ой, я... Вы сидите, вы жертва. Сидите вот так сюда. Сюда, вот так. О! О! И пусть думают, что ты смотришь на солнце. Герд, ты не молодец. Отпускать, молодец. Да? Красивые какие две девушки. Боже мой! Можно я тебя в ночь поцелую? Можно. Можно. Сейчас, всё. Секунду. Сейчас она... Журналы можно отправлять. Баба! Я сейчас ее очень. От удовольствия! Герда, в тебе. Нормально. Дай мою руку, ты ж пожалуйста. Тяжелая. У тебя голова 20 килограмм весит. О! А! Все, это в журнал уже за филе пойдет. А сзади Гека какая сива тоже. Зеленая это вино. Что бы это значило? Направить еще. Что это было? Разница. Тут уже не имеет значения. Говорят, что хотят вообще. Никакого уважения к вам нет. Смотрите. Бух, как... Ой! Это было, нет? Было. У кого-нибудь. Ой, хорошо. Не бойтесь. Слегла. Вот так хорошо. Вот вы обои вот так ручки занесите. Вот так. И вы тоже. Вот так, да. Вот так, вот. Все, нам хорошо. Прям как Машка, только... Давай поворачивайся на другую сторону. Очки у тебя под головой, осторожно. Прям как Машка, только кто размером побольше. Кто тут уже об очках думает? Машка, Ромашка. Там еще идут желающие. Отдай мою ногу, пожалуйста. Девочки, давай, отпускай. Там. Давайте дальше. Кто? Андрей, вы? Можно? Сзади как раз хороший кадр очень такой. Ага. Видео. Да. Да. То есть не с этой, да? Через правую женщину, слева, как положено по всем. Да. Любим. Подожди, Герда. Ложитесь, мужчина. Вот так. Ближе к ней. Мужчина лег, как вспышка справа. Не, не буду. Но она блох поищет. Не бойтесь, она всего одно ухо откусит, если что. Попробую. Ну что, кому бояться нужно? Лежите под ней, лежите, вот так, да, лежите, расслабьтесь, вас едят, не больно. Нам не Герда, будет. Ай, какой мужчина, ай. В самом соку. Ой, Герда, ой, как хорошо, боже, вот то ты добралась, до добра. Хороша, слышь? Девка хороша, настоящий мужик пришел. Да. Я всю войну тебя ждала. Да, скажи, да, смотри, да. Герда. Ты понимаешь толк. Маша, смотри. Маша, смотри. Смотри, говорю. Понимаешь. Даже львицы толк да, понимают. Да, в мужиках там стоящих. У мужика да. Выбор теперь, Маша, появился. Да. Да. Смотрите, а, к вам на 2 секунды, а от него отлипнуть не может, а? Да, смотрите, что творится-то, а? Настоящее, да. Говорит, вот мы с тобой бы здесь бы. Покувыкались. Да. И он уже да-да-да, то не-не-нет, как идти, боялся, а уже да-да-да. Ты кушал на сегодня? Нет. Посмотри, сколько хороших.
Нет, нормальный. Может, уже готов взять тут. Посмотри, хоть сколько пришло. Жена стоит, снимает. Нас смотрит, глаза. Она зафиксировала. Посмотри, да, смотри, сколько ножек хороших, ровненьких, аккуратненьких. Да? Скажи, одну ножку ты скушаешь, а на одной прыгать. Нет, скажи, вот ручка, она рядом. А это правая. Герда. Укусил, да? Герда, не можно. Это она за весь женский род отомстила. Герда. Любовь твоя, я знаю, не имеет границ. Я знаю, что твои поцелуи жаркие. Жаркие, горячие. Такие, да, плечи, горячие, да. Плечи-то немножко. Левая только кусает. Когда все, мужчина, свободно. Все, отваливать, да? Полежите, полежите. Полежите, полежите, полежите. Сейчас вам может прическу сделать языком. Где-то ты потеряла к нему интерес? Что, все? Он не хочет. Погладь, погладь человека. Погладь, погладь. Вот, так. Бабай! Пусть почувствует настоящую женщину. Берешь руки, маешь вещи. В 280 килограмм. 280? Да. Да. Сколько таких Андреев ты могла бы скушать, скажи, да? Нисколько. Нисколько, да. Потому что... Зачем кушать Андреев, когда есть Маши, Оля? Нет, Маша, я бы развелась после этой поездки. Вот так вот. Нормально, нормально. Матушка, давай полежи. Мужчину не видно под ревицами. Между лапами что-то болтается там такое. Нет, окружает Олег Алексеевич, отсоединяет его от всех остальных. Бабахи. Ты такая бабахи. А, тебя аж задние лапы поднимает. Кошка-кошка. Ты моя бабай. На руку, на. Как мы кушаем, давай. Скажи, кошка-кошка. В каждое время года саванна красивая. Какие деревья, какое небо. А еда красивая всегда. Нет, ну огромная кошка. Давай туристов пускаем, да? Ой, стой, подожди, на, хочешь играться? На. На, 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 на. На, игрушка, сядь, я смотри. Шаман, шаман, шаманил, шаманил, шаман. На одной ноте. И морды наши. Твой, твой, твой директор, твой больше ничей. Еще немножко Оксаны Олеговны. Да? Хорош. Давай, человека еще к тебе посажу, можно? Человека. Нет. Чуть, прыгай. Какая большая. Геда. Тумбочка. Так, следующий, давайте. А, она уже села, так что меня фотографируйте. Давайте, давайте, сюда. Оттуда ушли, сюда берите. Только сзади. Толстеет, толстеет, там может быть сердцем, что ли. Да уже не сказать по эстетичнее. То он же уже какой толстый. Сволочливее. Двигается мало. Мне так кажется. Нету. Вроде хорошая. Джуна, ты сволочивее? Вот здесь почухай, почухай, почухай. Она красивая. Вот глазище голубые, вот так, да? Не можно кушать Аню, она боится больше смерти, это, когда ее едят. Глаза покраснела. Внимая сцена. Это веточка была. Это была веточка. Маникюром вот так, вот здесь подбородочек. Жуночка, а какая бородка красивая. Вот там, вот так. О, красиво, очень живописно. Она жрет дерево, а ты ее чухай. Чухай давай. Чухай ее. А тебя не съест, не бойся. Джуна. Влад, как сейчас выставки? Есть Симферополь? Делаешь что-нибудь? Говорит, я к тебе соседу, что ли? Огромная львица. Не, я так не могу. Он не готов, жена рядом, что ты не понимаешь. Дальше не готов идти. Классно. Давай, следующий. Может, погладить? Давай, подожди, деда. Ой, это тяжелое. Тяжелое? О, цветочек.
Какая красивая. Так, давайте, давайте, хотите так же? Готовы? Да. Давайте. Ложится прям, угу. Да? Класс. Ты на телефон видишь, как тебе стоит? Да. А мне пока слышно. Голову крепко держите, чтобы не сдвинуло. Да. Вот так, держите упор, ага. Во, вот так. Прям сильно. Девочки тоже можно так же цветочек. Какая красивая. Одинаковые. Ты тоже наклоняйся на нее. Держите упор, лежа. Вот как она знает, что делает, да, Лёд? Дышит так спокойно, тихо. Там под кустом левый еще, и кто захочет вдруг в кусты пойти, классно, имейте в виду, что тут под каждым кустом львы. Хорошая. Теперь я на тебе полежу, да? Теперь ты держи упор. Есть? Давайте, да, да. Мужики. Это невероятно. Ай, Герда. Герда. Да. Тяжело, да? Да. Но мягкая. Теплая, да? Теплая, мягкая. Счастье есть? Да. Оно в тайгане. Я думаю, мужчина симпатичный. Давай. Чуть выше голову поднимите, а вот так делать. Скажи, папа, он один приехал без жены? Да, он одинокий. В командировке все эти мужчины одинокие. Скажи, тогда я скажу, более тесный контакт. Нос к носу. Посмотрите. Довольно хвостом. Можете поцеловать ее. Это не достанет. Иди ко мне. Иди ко мне, малышка, скажи, да? Нет. Нет, скажи, не хочешь, ну и все. Герда. Ну работай, ладно. Герда. Сейчас скажи, я на него лягу. Скажи, папа, я нормально бы работала. 50 килограмм весишь. Ну и что, скажи, счастья много не бывает. Я большое счастье, Таяновска. Хорошей львицы должно быть много. Да. Гладим ее. Здорово. Сейчас мы ее вернем в вертикальное положение. Еда. А тут видишь, Еда. Дождалась, Еда, хозяина, обнимашек. Ай. А тот что делает? А тот чука ветку грызет. Вот хорошо ли съела она. Давайте рядышком с ней сейчас. О. Смотрите, вот так вот. Ай. Чуки. А, все разбежались. Ничего, я вас давайте, сниму. Давайте, она хорошо съела сейчас. Сейчас мы ее... Ну-ка, давайте, Николай Петрович, красиво. О, так, как, с маками. Как невесте положено.